Ассаламу алейкум. Приветствуем снова на канале. Как вы догадались, Франц Студия. Сегодня у нас выход на коп. Но мы тут нарвались на одну фазенду, где птичек кормят. Вот зерно им разбросано. И вон сетка. И под этой сеткой фазаны. Так, сейчас будем проходить по вот этому вот мостику. Какая-то ферма для животных. Да. Вот он фазанов кормит, разводит, так сказать. Мужик вон там живет. А птички вот они. Сейчас я попробую приблизить. Вот такая ферма в лесу нам попалась. Близко подходить я не буду, потому что там сетка, птичка испугается, крылышко сломается. Вот такие дела. Думаю, всем видно, как они там бегают. Сегодня у нас компания на коп. Я вышел не один. С подписчиком одного из моего канала, он приехал в гости ко мне. Вот. Тоже любитель всего этого дела. Да. Вот он наш юный комсомолец, пионер. Пока я ему лопату доверил. Да. Тигмаву, вот мы пойдем другим путем. Мы пойдем в лес. Удачи, друзья, если что, покажем вам новые действия наши. Второй сигнал у нас был, вот. Сейчас смотрим. Ну это тоже металл какой-то, простой металл. Железка. Сейчас будем рыть. О, как я говорил. Да. Гильза. Патрон, гильза. А землю надо возвращать на место. Деса, анекдот. Про шахтеров расскажи, как этот червяков копал. А? В этом болоте опять сигнал. Черти водятся в этом болоте. А для интереса копнуть не хочешь? Ну-ка. Это ради интереса просто. Что может быть в болоте? Фу, запах серы. А вдруг на нефти провод нарвемся. Нефть сегодня дешевая. У него учебка сегодня. Ну-ка, стой.
И что-то будет. И что-то есть. Что-то мы тут мамы. Так. Хуёр. Хуаю, мистер. Похоже на зуб какой-то металлический. Дракон. Это экскаватора, что ли, не знаю. От трактора. Это молоток. Молоток? Молоток. Думаешь? Не думаю. И не знаю даже. Ну, мусор. Алло? Да нет, это осколок. Не может такого быть. От бомбы. Уходим. Уходим, друзья. Нам тут делать нечего. Это осколок от бомбы 63-го года. Да. Бомба произведена в Германии. В каком году? 63-го. Дальше про него рассказывать не будем. Не стоит. Цели следствия. А. Так, это бестолковый коп, я вам скажу. Тут вообще нереально. У меня тут поставили на все металлы, алметалл. Я сейчас ее изменю на монеты только. Нечего тут по всяким железкам ходить-то, рыть их. Будет лучше. Что-то есть. Интересно, да? Смотри, ну я лев. Что эчку? Голову хэсманцу? Звук. Тугой. Звук. И было туда. Осколок от снаряда. Со времен Второй мировой войны. Даже первого. Осколок от снаряда. Пешком? Ну. Я думаю. Осколок от снаряда. Скорее всего, со Второй мировой войны. Тут войны не было. Да, может, немцы просто бомбили. Не, ничего не бомбили, ничего тут не было. Это Первая мировая. Ну, партизаны это как-никак. Ничего тут не было. Оказывало сопротивление. Ничего тут не было. Здесь была Первая мировая. Я тебе, как доктор исторической науки, это буду утверждать сейчас, доказывать. Я могу не согласиться с твоим мнением, но я готов за него умереть, чтобы ты высказался. Сейчас эта штука показывает, что что-то есть в земле. Надеюсь, не осколок будет, а что-то ценное. Но будем откапывать. Штука показывает просто металл. Так. Идет урок.
Как говорится в пословице, идущий осилит дорогу. Все будет постепенно. Кого? О, да, раз. Напильник. Напильник. Я думаю. Нет, кого я тебе. Зубило. Зубило. Или скоба для деревьев. Ну да, может быть. Скорее всего. Зарыли. А нету такой штуки, которая сама вытягивает из земли? Есть. Я. Вытягивай. Да, она сама находит, сама вытягивает. Нету такой? Ну, а что я делаю? Так я, блин, нахожу и вытаскиваю. Можете еще лопату с мотором купить. Опять что-то нашли? Металл или? Не нашли, а зазвенело. Будем смотреть. Какого года монета? А можно так кувшин с монетами? С монетами. Сколько процентов будет? Чего? Не. Моти-моти. Моти-моти? Да. Сегодня будем идти. Если кувшин. Процент. Лучшверг. Я церк рекмада. Имеется в виду образно. Ручка золотая здесь. Совет Айдал Долчайн. Тайлер Цатек Хиллир, зеленый базар, умшли от Джош. Милиции цены доли уж. Йох, Цандина, милиции, ну ты хайхан. Цингер Хиллир, Хинс Дуина, 70%, Хахирю, 30%, Хахирю, 50, на 50, Кибуал Цабуэдж. Цуэли Барт, ах, Садавул Баларер. Выгодно, да, скорее всего, патрон, гильзер, мекин. Хе, айдеви, сам. Вот, золотишко наш. Алло, человек дал он. Ты сало макрируешь, не сандалон. Аргал мекю, хам. Хо, она нас преследует. Третий раз уже за день находим. Вот. До следующего. Жалко. Опять что-то показывает. Сейчас мы забрели в дремучие леса. Откуда выхода нет. Да, сейчас, надеюсь, найдем яйца динозавра. Ну да.
вон подлоси такой есть. Нет, это вещь, которая находка. Она последний момент только и достается из земли. Сейчас все смотрят в ожидании. Что же это интересно? А вот нет. Все в ожидании. Какое же будет разочарование, когда мы достанем. А я голодный. Ну, наш поход сегодня был максимум приближенный к военным действиям. А может, не буду показывать? А может, не надо? Надо, надо, Федя, надо. Вот. Опять эта алюминиевая штучка. Она нас преследует. Третий раз уже за день находим. Вот. До следующих. Жалко. Друзья, доказательство того, что мы на правильном пути. Не пути, а на правильном месте предоставим вот гильзу от крупнокалиберного пулемета, скажем так. Сейчас я вам даже скажу, что такое. Я не знаю, короче. Чтобы год проверить, год-то тут и не будет написан. Вот. Мы прошли через вот этот весь лес, километров 3-4 будет, да? Ну да. Если не больше. И мы вышли вот сюда. Тут дорога проходит. И на вот этой вот поляне, можно так сказать, мы обнаружили эту гильзу. Ну, сейчас начнется раскопка всяких видов вооружений. Главное, чтобы на мину не наткнуться. Остальное все простительно. Мину тоже можно. Гильзу мы оставим вот так вот, на память. А это зарыть надо, да. Фотографии на память. Все будет вот так. Друзья, возвращаемся мы обратно из этих болотистых мест. Ничего мы не нашли. Вон наша ферма, которую мы проходили. Уставшие. Вообще ничего не нашли. Их мусор мелкий такой. День прошел интересно, в лесу, на природе. Очень интересно было. Вот этот лесок такой был, такой заманчивый. Очень заманивал меня. Надо было его все равно проверить. Мы к этому замку километров 2 отошли от него. Надо было к замку идти вообще-то, но я не захотел проблемы с хозяином. И ушли. А то один раз зашел на такую территорию, они там, это моя земля, что ты на мою землю зашел, такие вопросы. Вот. А я не знал, сказал, и вернулся. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня заканчиваем. Так, копателям просьба будет такая, советуйте, что посоветуете, как, где, что делать. Новичкам помогайте. Вот такое болото у меня здесь. Очень трудно проходить. Так что копатели, посоветуйте, как пользоваться, как правильно, как на какой шкале ставить металлоискатель, на все металлы, или что здесь, на последние, на монеты, на гонс, вроде, да,
или на него ставить, или что делать. Советы очень помогут в этом деле. Все когда-то начинали, у всех были ошибки. Вот. Всем удачи, всем удачного копа, кто занимается этим делом. До следующих видео. Счастливо!